Добрый вечер, дорогие друзья, и мы рады всех приветствовать здесь, в этом уютном зале, и мы собрались по очень такому значимому событию, это День Великой Победы. Bienvenidos a nuestra fiesta que celebramos en Rusia, en Ucrania, en todas las repúblicas de URSS. Es un día muy importante para nosotros todos, Día de la Victoria en Segunda Guerra Mundial. Меня зовут Ирина, мне это Юля. С Ирина, soy Юлия, somos organizadores de esta fiesta. И День Победы – это очень значимый день для всех людей, кто проживает в России, Украине, Молдавии, во всех бывших республиках Советского Союза, потому что это день памяти, и в этот день мы вспоминаем тех, кто не вернулся, тех, кто остался в живых. И на сегодняшний день мы этот день встречаем как день торжества мира и день победы, и как день светлый праздник, который мы все ждем и очень любим. Este día es muy importante para nosotros porque más que nada es un día de la memoria de nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos y para toda la gente de nuestra patria. Es muy importante y siempre celebramos y intentamos celebrar unidos con amigos, con familiares. Вот для нас что такое война? Мы ее знаем по книгам, мы ее знаем по фильмам, по воспоминаниям. La guerra para nosotros es solo películas, cuentos, reportajes, pero no la conocemos de verdad. И каждый из нас помнит Брест, подвиг защитников города Бреста, помнит 900 дней блокадного Ленинграда, помнит московских защитников, помнит победу под Сталинградом, подвиг героев Курской дуги и, конечно, штурм Берлина. И это память всего нашего народа. Ну, creo que hace falta nombrar todos sitios por... Так, где они? Брест. Sí, no, creo que todos conocéis por varias películas Stalingrad, también era otra ciudad muy importante, Brest, y donde ya, pues, había muchas batallas muy, muy importantes, Kursk, donde murieron mucha gente, cayeron. И на сегодняшний день 10 городов носят городов героев. Это Москва. Ай 10 ciudades rusas que tienen llevan nombre de ciudad Мартыр. Москва, Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, Смоленск, Брест. Мурманск. И здесь сегодня сидят люди, которые жили в этих городах и помнят эти дни, и помнят это время. И День Победы – это такой радостный и в то же время горький праздник, потому что за плечами стоит память войны, которая стала тяжелым испытанием для всей Родины. Война, которая длилась 4 года и 1418 дней и ночей. Este día para nosotros no solo lleva alegría de la victoria, pero también muchas lágrimas de pérdidas. Recordamos nuestro pasado muy fuerte para todas nuestras generaciones, muy trágico para nuestra patria. Esta guerra para nosotros duraba 4 años, 4 años muy malos, muy negros, llamamos. Es todo malo. Четыре года войны, и очень многие не вернулись с полей сражений,
y остались стоять в бронзе и в граните монумента. Hay muchos monumentos en Rusia de granito, de mármol, de todos los materiales que recuerdan a nuestros hijos, nietos, a nosotros, todos héroes caídos en esta guerra. Война унесла более 27 миллионов человеческих жизней. La guerra llevó más de 20 millones de la gente, vidas, más de 27. И фашизм принес народам неисчислимые жертвы. И в каждой стране есть свое село и город, где обвиняют фашизм. In cada pueblo, en cada país, en cada país hay algún pueblo donde pasó la guerra y donde había muchas víctimas de la guerra. И люди помнят о Бухенвальде, о Дахау, о Свенциме. И Хатыни. Estos nombres de campos de concentración había y en Polonia, y en Bielorrusia, y en muchos sitios. И мы сейчас предлагаем почтить память павших минутой молчания. Такая традиционная традиция встать и почтить память тех, кто ушел, тех, кто не вернулся во время этой войны. Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим, это нужно не мертвым, это нужно живым. Hay una tradición en nuestro país recordar caídos con una minuta de silencio. Es para no olvidar que todos los vivos tenemos que recordar, no podemos olvidar nuestro pasado. Одна на всех мы за ценой не постоим.
Ahora es una tradición un chupito de vodka. Para aquí es recordar. Y hay otra tradición que también se hace. Un poco de pan, por favor. A la memoria de los caídos y de los ausentes, dejamos un vaso sin beber, cubierto con un pan. Всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, и вспомнить этих людей, которые отдали свою жизнь за то, чтобы у нас было мирное небо над головой. Можно стоя. Por favor, levantarse. Primer brindis por nuestros familiares, por nuestros héroes caídos. С Днем Победы! С Днем Победы! Ура! 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 Пожалуйста, к столу подходите, угощайтесь. Закусывайте. Que también después de tomar vodka hay que comer. Pasar, bajar, bajar. Así, como. Y por favor, no tirar el vasito porque no tenemos para tirar. Еще в одной странице Великой Отечественной войны это женщины, женщины на войне. Ahora queremos hablar sobre mujeres que participaron en esta guerra. Женщина и война – эти оба слова женского рода, но они так несовместимы. Женщина и война. La guerra y la mujer, dos palabras en ambos idiomas de género femenino, pero no tienen nada que ver en común. В мир приходит женщина, чтобы свечу зажечь. La mujer entra en este mundo para encender una vela. В мир приходит женщина, чтобы очаг беречь. Para guardar hogar. В мир приходит женщина, чтобы любимой быть. Para ser querida. В мир приходит женщина, чтобы дитя родить. Para dar la luz a... dar la madre. Sí, para ser madre. В мир приходит женщина, чтобы цветам цвести. Es muy difícil, es para que flores, И в мир приходит женщина, чтобы мир спасти. И para salvar el mundo. Женщины войну были медсестрами, врачами, санитарками,
разведчицами, связистами. Todo después del hombre también ocuparon las mujeres. Они воевали на фронте, другие ковали победу в тылу. Unos participaron en las batallas y otros trabajaron en las fábricas y etc. И сейчас мы предлагаем, да, ничего не предлагаем, да. И давайте вспомним вот тех женщин, которые были на войне, и в честь этого прозвучит романс. Ahora vamos a recordar estas las mujeres escuchando una canción. Que se llama Romanos. El tipo de canción. Es vals. Женщины, они как цветки, поэтому мы хотим подарить девушкам, которые здесь присутствуют, цветы. Я не знаю.
Нашим предкам, нашим дедам, нашим бабушкам, то есть на трудовом и на военном фронте, они сделали все, что смогли для того, чтобы у нас сегодня не было того ужаса, который прошли они. С Днем Победы! С Днем Победы! Очень рада всех видеть. Друзья, вас люблю. И еще раз ура, ура, ура! С Днем Победы! С Днем Победы! Ура! 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 Наливаем!